Здравствуйте! Сегодня мы приготовим нарядное песочное печенье с марципаном и вишней. Нам потребуется мука, сливочное масло, сахар и ванильный сахар, белок, желтки, сахарная пудра, немного вишни для украшения и, конечно, марципановая масса. Приступаем. Смешиваем сливочное масло, сахар и ванильный сахар. Масло я взяла комнатной температуры, чтобы оно легче размялось с сахаром. Когда оно хорошо соединилось, можно добавлять муку. Вымешиваем крутое тесто. Когда тесто можно собрать в ком, перекладываем его на стол и до готовности вымешиваем на столе. Тесто стало немного эластичнее. Подпыляем стол мукой и раскатываем тесто в тонкий пласт. Примерно 3 мм. Круглой формочкой для печенья или просто стаканом делаем круги. Раскладываем их на лист, высланный пергаментной бумагой. Противень с печеньем убираем в холодильник, а сами приготовим марципановую начинку для них. Собьем белок в крепкую пену. Белки готовы. Марципан перекладываем в чашу для взбивания и смешиваем с желтками. Добавляем взбитый белок и также хорошо перемешиваем. Вмешиваем сахарную пудру. Когда масса стала однородной, взбивание можно прекратить. Достаем тесто из холодильника. Кондитерский мешок с простой зубчатой насадкой. Перекладываем марципановую массу. В середине каждой печеньки, отступая от края примерно на сантиметр, рисуем марципаном небольшое колечко. Отправляем наше печенье в духовку и выпекаем до готовности. Печенье испеклось. Каждую вишенку разрезаю пополам и укладываю ее в центр печенюшки. По желанию можно слегка присыпать сахарной пудрой. Такое печенье подаем к кофе, к чаю или просто с холодным молоком. Это будет вкусно!